Новый губернатор, пусть и в Рио, набирает команду из людей проверенных и зарекомендовавших себя во власти. Должность заместителя губернатора области по внутренней политике занял Андрей Кабанов. Сегодня первый день бывшего омбудсмена на новом посту. Пока Андрей Юрьевич только намечает план будущих действий. У меня задача – это консолидация общества и достижение общественного согласия в области. То есть роль своеобразного посредника – это как раз та роль, которую я выполнял в должности уполномоченного по правам человека. Наш руководитель региона ставит задачу очеловечить власть. Важны не только цифры, но важно восприятие людьми этих цифр. То есть наши реформы для людей, а не для отчетов. И, естественно, в этом нашему комплексу отводится большая роль. Андрей Кабанов – человек, к карьерным взлетам привыкший. Депутат областной думы в течение 12 лет. В начале 2000-х – председатель комитета по экономике. Советник губернатора области сначала по экономическим, а потом и по вопросам лесного хозяйства и лесопользования. Член общественной палаты. Ивановцы знают его прежде всего как поборника прав человека. Андрей Кабанов уверяет, дела, которые он не завершил на своем посту омбудсмена, заброшены не будут. Те дела, которые я начал, то есть у нас был разговор с Павлом Алексеевичем, что целый ряд вопросов будет взят на контроль правительством области, их реализация. Вот. Ну а, конечно, новые обращения будет уже рассматривать мой преемник, который должен появиться в ближайшие месяц. Полномочий на новом посту Андрея Кабанова масса. В его ведомстве работа с муниципалитетами, партиями, общественными и религиозными организациями. В задачах нового зампредгубернатора – кураторство пресс-службы правительства и подготовка области к выборам в сентябре будущего года. Наша задача – обеспечить нормальный ход выборов, нормальное волеизъявление, информирование жителей о кандидатах в губернаторы. То есть это очень большая работа. Конкретная задача – пока одна, рассказывает новый заместитель губернатора. Пообщаться с огромным количеством людей и составить свое представление о состоянии региона. Область со сменой власти ждут большие изменения. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.